Привет, друзья! Доброе время суток. Как нас слышно, видно? Ставьте плюсики. Что-то Дайте мы как-то обратную далеко. связь. Давай поближе. Приблизимся к народу. Мы и так очень близко к народу. Ага, отлично. Мы рады вас Супер. приветствовать. Сегодня у нас будет семинар вести Михаил Булавцев. И Лилия Донскова. Сейчас палец скажу. Да, мы вас рады всех приветствовать, познакомиться с новыми людьми, кто у нас совсем недавно в команде. И тема сегодняшнего семинара – как не делать заказы от 150 баллов. Ребят, как вы это понимаете? Напишите в чате, что для вас вообще 150 баллов? Я могу сразу сказать, у кого получается делать 150 баллов заказы, можете выходить из комнаты, не смотреть этот семинар. Не слушайте его, не уходите. Сейчас семинар у нас направлен на тех людей, которые по каким-либо причинам не делают 150 баллов. Да, то есть мы научим вас, как делать больше, и делать это легко. Вы быстро раскусили наш коварный план. Вот смотрите, для кого-то 150 баллов – это очень много и сложно. И я вам честно могу сказать, мы тоже так раньше думали, что мы этого никогда не сделаем. Многие люди думают, что это нереально. А некоторые даже думают так: я столько никогда не куплю, у меня нет столько денег. Правильно мы говорим? Ребят, кто из вас хоть по одному пункту себе может поставить плюсик? Поставьте плюсик. Потому что это нормально, абсолютно нормально. Мы вот посчитали в нашей семье. Что в нашей семье? В нашей семье заказ, личный заказ составляет порядка 6 тысяч рублей. Только на нашу семью. Это минимум, а да, иногда бывает и больше. А вот смотрите, что такое заказ 150 баллов? Это примерно сумма заказа 6 тысяч рублей из каталога. Вы, да, для себя, вот если так распишите, вы можете сказать себе, это легко. Да, я могу собрать такие заказы в течение 3 недель. Это значит, что я себе все покупаю из каталога, и у меня есть примерно от 5 до 10 человек, которые выбирают себе продукцию, каждый каталог примерно на 500 рублей. То есть к чему мы это подводим? То есть очень элементарно собрать клиентскую базу из людей, которые находятся в вашем окружении. Ребят, сейчас поставьте в чате циферку, сколько у вас есть знакомых, которые моются. Сколько у вас есть знакомых, с кем вы периодически созваниваетесь, ходите в гости или просто иногда там смс-ку отправляете с праздником? То есть сколько у вас знакомых, которые моются? Ну, ты задала вопрос. Сейчас, конечно же, никто тебе точно не ответит, потому что цифры огромные. Десятки, сотни человек. У кого-то особо общительных будет еще больше. Ну давай так, человек совсем не общительный, да, живет где-нибудь в деревне. Сколько у вас людей есть рядышком? Соседи, родители, семья. Уже 10 человек точно наберется. Смотрите, Лена уже опережает события и пишет, что когда получаешь доход в Oriflame, себе набираешь уже прилично, кроме средств необходимости, и уже не то, что хочется, а уже можешь себя побаловать. Это абсолютно правильно. Итак, не вижу ни одной циферки, ребят. Сколько у вас знакомых, которые моются? Вот сейчас Все в чате, считают, Лили. В чате 18 человек. Миша, и ты там есть даже, да, в гостях. Вот, 18 человек, которые, да, делают уже кто-то заказ на 150 баллов, кто-то еще не делает, кто-то еще ни одного заказа вообще не сделал. Сколько у вас знакомых в окружении, которые точно моются и чистят зубки, моют руки мылом, моют волосы шампунем, если у них есть волосы? Их много, правильно? Их огромное количество. И смысл нашего бизнеса как раз перевести всех нас, наших партнеров, всех наших близких людей на магазин компании Oriflame. То есть заменить нам удобный, привычный, кому-то может быть даже удобный, но он неудобный звучит, привычный магазин Рубльбум, Магнит, Литуаль и тому подобное на интернет-магазин компании Oriflame. Вот самый главный вопрос, а как это сделать? Мы чуть-чуть попозже об этом поговорим. А сначала разберем, почему премьер-клуб, почему нужно делать 150 баллов. Вы знаете, все начинается с мечты. И если у вас в голове есть правильная формулировка задачи и понимание, что и как, и почему до мелочей, то все получается легко на автомате. Вот смотрите пример.
Человек, который делает 150 баллов. Вот, например, у нас Ган Мария. Маши нет сейчас в чате, она у нас на Камчатке. У Наверное, у нее нее скоро утро. глубокая ночь. Да, глубокая ночь. Ну, смотрите, Маша сделала личный заказ 159 баллов. Это премьер-клуб. Скидка по премьер-клубу составила 920 рублей. И скидка объемная за команду составила 595 рублей. Но мы сейчас говорить будем о премьер-клубе, да? Потому что премьер-клуб – это круто. А вот есть у нас дальше девушка Мороз Елизавета. Она сделала 89 баллов, а здесь у нее пусто везде. Ребят, ну согласитесь, гораздо приятнее, да, смотреть на те колоночки, где стоят приличные уже суммы денег. Что самое интересное, смотрите, когда вы делаете первый раз заказ на 150 баллов, вам, да, приходится или собирать заказ, или вкладывать свои денежки первый раз. Когда вы будете делать второй раз, то вот эта сумма, скидка по премьер-клубу и уже какая-то скидка за команду, в зависимости от вашего уровня, она будет, эта скидка суммируется и отнимается от заказа, который вы сделаете в последующем каталоге. То есть Маша в следующем каталоге делает заказ на 150 баллов, опять. Сумма заказа 6 тысяч, а оплачивать она будет на 1500 меньше. Лена, все правильно ты говоришь. Именно у многих начинается заработок в компании Reflame именно с премьер-клуба. И я могу сказать, именно заработок, не та разница, которая у нас идет с цены каталога и дистрибьюторской цены, а именно заработок. Других возможностей, других способов получить вознаграждение своей премии, зарплаты в компании Reflame, не совершая заказ на 150 баллов, нет. Отлично. То есть это обязательное условие. Вот смотрите, да, две выгоды. Это сразу скидка 32%. И объемная скидка от командного товарооборота. Я вам также здесь пример поставила. Глушенкова Оксана и Сандульская Галина. Смотрите, у них команды сделали групповые 1200 баллов. Ой, простите, немножечко, да, начеркала. 1200 баллов, а личного заказа нет. То есть в колоночке личные баллы минус. И в результате девочки не получили ни по премьеру ничего, и за команду тоже ни копейки. Хотя с 9% у них здесь должна стоять зарплата уже где-то 1500-2000 рублей. Согласитесь, это упущенная выгода. Слышали такое выражение? Упущенная выгода. То есть вы бы могли получить эти деньги, но не получите, потому что не выполнили условия. А к чему я это говорю? Очень грамотный маркетинг-план компании. Кто не работает, не показывает свою активность, результаты, тот не ест. Тот не получает денег. Поэтому, ребят, вам на будущее, вам могу сказать, если вы регистрируете людей и думаете, что вы им помогаете своими людьми, а они ничего не делают, такие лентяи, что я им помогаю? Ребят, не переживайте, они все равно не получат денег, пока не начнут работать. Да, компания очень грамотно выстроила маркетинг-план. Кто не работает, тот не получает прибыли. Вот. На этом этапе вам все понятно сейчас? Поставьте плюсики. Могу сказать по статистике нашего интернет-проекта, с каждым каталогом количество людей, квалифицированных в премьер-клуб, то есть с заказами 150 баллов и больше, у нас возрастает. Угу. И вот это очень радует, что многие люди из каталога в каталог получают еще больше и больше деньги. Так, все понятно, вопросов нету, да? Да, люди поняли выгоду. Кто выгоду должен объяснить? Вы. Спонсор объясняет выгоду, что, зачем и почему. Итак, у кого из вас имеются проблемы с совершением личного заказа на 150 баллов? Поставьте пятерочки. Кто не может четверочки. Сам... Четверочки. Кто не может сам у нас совершить заказ? Для кого 150 баллов заказ на свою семью, на себя, это слишком много? Ну, то есть нет такой финансовой возможности, но делать такие большие заказы. Пока. Пока нету. Но скоро будет. Так, обратную связь дайте. Нету. Ребята, у кого не получается делать заказы на 150 баллов? Угу. Ага, видим. Отлично. Молодцы, что дали обратную связь. Ничего в этом такого сложного, ничего в этом стыдного нет. То, что у вас не получается вначале совершать такие большие заказы. Это заказ огромный, могу сказать, что большой, для новичков особенно. Но сейчас мы с вами разберем, как можно совершенно легко, буквально за 2 часа,
совершить, найти нужных нам клиентов, партнеров и за 2 часа набрать такой заказ. Ага. Итак, с чего мы начинаем? Первое, мы готовим инструменты для работы. То есть это каталоги, визитки, пробники. Готовим внешний вид, да, чтобы мы были как картинка. Это маникюр, это волосы, опрятная одежда. И я рекомендую всегда к внешнему виду добавить что-то яркое. То есть, чтобы вас люди запомнили. Я, например, всегда плету косы огромные, меня все запоминают сразу по этим косичкам. Можно надеть какой-то шарф яркий, необычный, губы яркие накрасить, как вот у меня сегодня, да, чтобы вас заметили, делать какой-то необычный макияж. Что-то в вас должно быть вот такое, как крючок, да, ой, где-то я это видел, чтобы вас изюминка. Запомнили. Изюминка, точно. Мы готовим текст обращения и потом делаем две вещи. Какие, Миш? Раздаем каталоги и собираем каталоги. Все верно. На раздачу каталогов уходит порядка часа, и на то, чтобы собрать каталоги, опять в зависимости от того, какое количество каталогов вы раздаете, уходит порядка 1,5-2 часов, чтобы пообщаться. Вот смотрите, если мы говорим о 3 каталогах, то здесь это, конечно, не час, это буквально 5-10 минут максимум раздать их. А если это речь идет о 40 каталогах, как мы раздавали последний раз, то да, мы раздали их за час. Итак, готовим инструменты для работы. То есть каталоги, их нужно подписать, сделать закладки на самых интересных страничках, подготовить визиточки, пробники. Нужно выбрать только те, которые представлены в этом каталоге. То есть не надо тащить с собой все, чтобы людей путать. Нужно взять каталог. Ну, например, мы говорим сейчас о каталоге, который идет сейчас, да, номер 2. Что у нас здесь самое актуальное? Какие пробники? Это Дима Билан, водичка туалетная. 2 водички Giordani Gold. Giordani в начале. Gold, новинки. Да, актуальный Tenderle. Ну и так далее. Paradise. То есть вы открываете вот так вот то, что со скидкой в каталоге видите. Видно каталог? Ага. Вот какой парфюм идет разворотом со скидкой. Вы находите этот пробник среди огромного количества и берете с собой. Остальные не тащите. Потому что если человеку понравится какой-то парфюм, которого нет в каталоге, он скажет, ой, как дорого без скидки, я подожду. А вам же надо заказ сейчас и здесь принять, правильно? Поэтому нужно запастись пробниками. Вот, например, в следующем каталоге, вот в этом, у нас будет на первой страничке вот такая вот водичка шикарная. Love Potion Secrets. Ребят, пробники надо было выписать в этом каталоге. Уже они есть, их можно выписать, заказать и уже давать людям пробовать. Я именно так и делаю. Я уже собираю заказы на эту новинку. Далее, да, ну про внешний вид я уже вам сказала. Акцент, безуминку, хорошее слово. Чтобы запомнили, чтобы вас брали, как говорится, да, как одним взглядом. О, это наш консультант. Миш, тебе есть что-то еще добавить? Я хочу добавить, подчеркнуть то, что данный семинар не направлен на увеличение продаж. То есть, совершая заказы на 150 баллов, сейчас мы вам объясняем не как продать продукцию, а как создать свой личный товарооборот 150 баллов. Как выполнить самое единственное, самое главное условие для получения зарплаты. Именно это условие у некоторых возникают при выполнении данного условия трудности, проблемы. Именно сейчас мы с этим разбираемся. По поводу визиток. Смотрите, вот такую пачку визиток, то есть их 50 штук, можно выписать себе, да, просто вот как инструмент, потому что заказывать отдельно визитки – это дорого, это долго. Я вам сейчас код визиточек скажу. Запишите себе 516-296. 516-296. Это код визиточек. Стоит, по-моему, 50 рублей. 49. Или 49. Ну, также то все... есть, с одной стороны картинка, с другой мы пишем текст. Вот так вот. Также все аксессуары вы можете посмотреть, все коды бизнес-аксессуаров компании Oriflame вы можете посмотреть в прайс-листе, который вам приходит вместе с заказом, вместе с новым каталогом. Если нет прайс-листа, то обратитесь к вашему вышестоящему менеджеру, спонсору с помощью найти тот или иной продукт.
Вот, смотрите, как работает схема продвижения продукта. То есть мы составляем план, где раздавать каталоги. Ну, это, естественно, два места. Первое – это наши знакомые. Второе – это люди незнакомые в магазинах, офисах, аптеках, парикмахерских, которые есть рядышком с вашим домом. Так, Леночка пишет, в торговом центре прихожу за каталоги, вижу, что лежит не только мой, а еще чей-то. То есть не одна я тут хожу, но тем не менее, у меня уже есть свои клиенты. Конечно, они будут. У нас то же самое. Тоже люди говорят, у нас ходят, и тут же рядышком люди нам заказывают. Именно важно, сейчас мы вам об этом говорили, следить за своим внешним видом, то есть продать себя. Вы как бренд преподносите себя, должны быть легко узнаваемы, люди должны вас запомнить. Позитивно. Да, позитивная улыбка от уха до уха. То есть вы должны помимо того, что вручить каталог, но и показать себя. Да, и еще очень важно, я всегда, когда даю каталоги, я говорю, заказывать не обязательно. Просто смотрите, ну, если вы захотите себя чем-то побаловать, я с удовольствием выполню ваш заказ. Людей это очень расслабляет, то, что мы не навязываемся к ним, не отдаем им каталог с задачей что-то купить, просто посмотреть, полистать. И вот смотрите, у нас на схемке сейчас показано, если мы раздаем 10 каталогов знакомым, заказывают 8 человек. Уходит по времени где-то 30 минут на знакомом, потому что к нему прийти нужно или домой его к себе пригласить. То есть час иногда бывает, да, общаемся. Но заказы от знакомых всегда огромные. То есть мы имеем возможность дома или к ним придя домой взять с собой продукцию, все перенюхать, помазать, поболтать, попить чай. В результате вот я со знакомыми, когда работаю, это заказ на минимум на 1500. Минимум. А бывает и 3, и 4. Вот у меня сейчас лежит пакет с заказом. Там порядка 5000 заказ. Час я сидела, с подружкой пила чай, болтали. Я рассказывала о новинках. А она только сидела, листала каталог и заполняла бумажечку. Вот там только один набор коллаген чего стоит. Вот, смотрите. То есть выход вот такой. Из знакомых тоже не все будут заказывать. Кто-то сейчас не может. Сидит, да, в кредитах погряз, у кого-то нет денег, а кто-то вам скажет, я только что все купила, вот прям вот только затарилась, мне теперь месяца на два все хватит. Ну, такое тоже может быть. Смотрите другую статистику. Незнакомые люди из 10 розданных каталогов впервые, то есть совсем незнакомым людям, закажут где-то 1-2 человека, может быть, 3. Вот, на раздачу 10 каталогов уходит 15-30 минут в среднем и 1 час, чтобы собрать. Почему так много? А потому что вот эти 1-2, которые будут делать заказ, и все остальные, вы с ними должны еще чуть-чуть пообщаться. Чуть-чуть. Забрать каталог, сказать комплимент, дать, найти какую-то зацепку. То есть чуть-чуть разболтать человека, чтобы он вас запомнил еще лучше и уже ждал с новым каталогом. Также спросить, что понравилось в данном каталоге, чем захотел наш клиент, наш человек побаловать себя. То есть пообщаться еще и по продукции. Что понравилось, какие вопросы возникли, может быть, какие-то пробники необходимо принести. И как в последний раз у нас был в поход по клиентам, Лиля зацепила одну девушку, одну клиенту своими тенями. Да. Я все время чем-нибудь цепляю. Духами, тенями, помадой, лаком. То есть наш внешний вид – это самая лучшая реклама. А как мы отдаем каталоги? Ну, это вообще классно. Вот эта фраза, вот все, вот она... Дословно. Дословно. Как я говорю, здравствуйте, добрый день. Два раза обращение, потому что первый раз человек не включается. Я говорю, здравствуйте, добрый день. Человек, оп, думает, так, заметил. И я протягиваю каталог вот так прям в руки, беру его сразу с улыбкой. Для вас бесплатная курьерская доставка модного каталога Oriflame. У людей срабатывает хватательный рефлекс. Я же так раз в руки, это вам. Человек берет. И я рассказываю, что это бесплатная курьерская доставка модного каталога Oriflame. Меня зовут Лиля, а вас? Человек там говорит, например, Ольга. Я говорю, ой, рада знакомству, Ольга. Это вам на 2 дня, успеете посмотреть? Она говорит, да. Я говорю, отлично, значит, в пятницу я к вам зайду и заберу каталог. До встречи. Кстати, покупать ничего не обязательно. Вы можете просто посмотреть, но если чем-то захотите себя побаловать, то я буду рада выполнить вашу заявку.
Ребят, перепишите себе эту фразу и поставьте плюсик, что переписали, потому что она волшебная, бесплатная для вас, да, для вас бесплатная курьерская доставка модного каталога Oriflame. Вот ничего из этой фразы нельзя выкидывать. Тут же вы говорите, меня зовут Алина или меня зовут Лена. Каталог заберу через 2 дня, успеете посмотреть? Отлично. Заказывать ничего не обязательно. Зайду за каталогом через 2 дня. Как вас зовут, кстати? И записывайте имя человека, чтобы потом подойти сразу и сказать: Оля, здравствуйте. Вы помните, я вам оставляла каталог Oriflame? Да, что вы себе выбрали, чем хотите побаловать? Ну, это дальше. Самое главное, все эти действия проводить с улыбкой на лице. Как мы сейчас это делаем? Да, с искренней улыбкой. Вы приходите к людям не продать им продукцию, не показать каталог, а сделать их красивее, то есть помочь им облегчить их жизнь. В основном мы ходим по магазинам, по рынкам, то есть люди, которые с утра и до вечера, до позднего вечера, магазины до ночи работают. То есть люди, у людей не хватает времени. У людей не хватает времени для того, чтобы уделить его на покупку для себя средств личной гигиены, косметической продукции и так далее. То есть мы им облегчаем их жизнь. Ага, ясно. Делаем красивее, счастливее и так далее. Вот с этой целью мы идем. Ну да. Ребят, а что делать, если люди не берут? То есть говорят, мне не надо, я не смотрю, я не заказываю Oriflame. А что делать в этом случае? Я просто говорю, будьте добры, помогите мне. Я просто должна отчитаться в фирме, что я вам доставила каждому человеку в этом районе каталог. У нас сейчас идет такой рейд. Каталог в каждый офис, магазин, то есть в каждой руке. Пусть он просто у вас полежит пару дней, хорошо? Вы знаете, люди говорят, да, тогда, конечно, пусть полежит. Самое интересное, вот кто больше всех упирается и не заказывает, да, не берет каталог, эти люди потом заказывают. Вот это странная такая наша заметка, примечание. Причем сами звонят даже и да, заказывают. Да, да, да. Одна девушка говорит, я не пользуюсь Oriflame, у меня вообще аллергия на него. Через 2 часа позвонила, заказала вот эти вот для ресничек гель с пантенолом. И заказывает теперь каждый каталог с огромным удовольствием. Так, продолжаем дальше. Надеюсь, вы все записали. Собираем каталоги. Это самое интересное. Готовьтесь, что здесь время нужно побольше. Вот именно в этот момент вам нужны будут все ваши пробники, весь арсенал. Возьмите, чем сами пользуетесь, если у вас уже есть первый заказ свой. Положите в сумочку, если это, конечно, не пена для ванны гигантская. Ну, кстати, тоже можно показать, потому что наша пена... Нет, в следующем каталоге она будет. Сейчас. Из текущего каталога отличный вариант для того, чтобы его взять и показать с собой. Смягчающее средство на последней странице. Потрясающая продукция. Уже с самого начала выхода компании Oriflame в рынок, практически 50 лет данное средство на рынке, вышло с новыми вкусами: смородина, вишня. То есть такие ароматы, которые, как говорят у нас клиенты и новички, съесть хочется. Ага. Вот такие средства можно брать с собой. Пробовать, показывать, да. И обязательно на них надо делать закладочки, да, что вот именно здесь вот человек обратил внимание. Можно цветные бумажечки приклеивать или купить такие вот, как липкая лента цветная есть, специальная для бумаг. Очень классно работает. Теперь смотрите, что мы делаем, когда собираем каталоги. Здравствуйте, добрый день, меня зовут Лилия, я вам оставляла каталог Oriflame. Успели посмотреть? Почему я еще раз называю имя? Потому что ребятки могут просто забыть ваше имя. Даже если на визитке написано, я просто человеку напомню, как меня зовут. Я тут же человек говорит, да, протягивает каталог. Я говорю, что выбрали себе, чем хотите побаловать, да, на что обратить внимание. На что обратили внимание? А человек говорит, да ну нет, ничего не выбрала. Я говорю, ну отлично, ничего страшного. Откладываем каталог и переходим к дегустации. И я достаю пробники, и когда люди видят эти маленькие чудесные штучки, маленькие пробнички вот таких вот парфюмов, вот они такие вот хорошенькие, новые ароматы. Я говорю, переходим к дегустации. Какие ароматы вы любите? Ребят, ну вы должны знать ароматы. То есть дома их нужно подегустировать, нанести на себя и походить весь день, понаблюдать, как он раскрывается. Это сладкий будет аромат, или цитрусовый, или цветочный. Да? То есть вы должны знать, если человек говорит, хочу свежие, значит вы ему будете предлагать какие-то более свежие ароматы. Это, например, эльвия, это мидсаммер. Если он говорит сладкий, то, конечно, лавандовый.
Potion Secrets новые, аромат, или Giordani Gold Essence. То есть ароматы нужно будет дома подегустировать сначала. Далее. Если у вас нет пробников, ну нету, может быть, вы еще не выписали, или у вас нет возможности их себе купить, что делать в этом случае? Вы тогда делаете акцент на страничке, как сейчас Миша показал. То есть, а вы обратили внимание, какая акция? Я вот в этом каталоге запомнила две странички. Это вот последнюю, где набор кружева, три, со смягчающими средствами и набор для мужиков. Простите, что я вас так называю, но меня это просто вот эта штука просто вдохновила. Но набор шикарный. Да, вы видите, да, вот этот за 399 рублей. Я говорю, а у вас есть мужчина любимый или, может быть, там брат, папа? Скоро 23 февраля, вы видели, какая акция? Скоро 14 февраля, День влюбленных, тоже подарок нужно какой-то готовить. Ну, не все готовят, у кого-то нет любимых, но есть мужчина, например, папа, которому надо сделать подарок. Знаете, ребят, пена для бритья в магазине стоит минимум 350 рублей. Самая дешевая. Я специально зашла в Рубльбум, посмотрела. Я говорю, вы видите, целый набор за 399. Они говорят мне, ну там же надо заказ на 1200 делать. Я говорю, верно. Но я могу вам пойти навстречу. У меня есть возможность, потому что заказ, у меня большой заказ, и я могу вам выделить набор. А я ему уже приготовила подарок. Он потом сфотографируется, вам покажет. Сфотографируется? Да. Ты меня пугаешь. То есть, да, я говорю, я вам по блату могу сделать, если вам нужно. Вы знаете, как люди реагируют? Чё, правда? Да, я хочу. Вы знаете, у меня этих наборов расхватали уже очень много. Я не успеваю их заказывать. Костюм, нижнюю часть костюма для презентации. Вот, ребят, смотрите, дальше, да, проговорили про акции, проговорили про все и принимаем заказ. Принимаем заказ и договариваемся с человеком, когда принесем, на какую, да, как, когда он будет оплачивать, просчитываем сумму заказа, объясняем, что деньги платить сразу не надо, мы принесем, потом деньги это, отдадите. Ох! Это наша статистика. Ну и здесь на слайде вы видите, к примеру, объем продаж наш личных, то есть объем наших заказов ежекаталожных в 14, 15, 16, 17 каталоге. Я скажу, в этом каталоге пока заказ... Нет, стал... в первом у нас чуть-чуть поменьше было 500 баллов. А в этом заказ, уже 600. А в этом 600 с лишним. То есть 630, уже по-моему. Седьмая сотня пошла. Да, но это еще не все, мы не все каталоги еще собрали. Мы завтра еще пойдем дособирать каталоги. Вот, у нас это получается все очень легко и просто, потому что мы просто идем и делаем. Мы не паримся, что о нас подумают, да, там, что скажут, пошлют нас или нет. Мы не паримся, мы просто идем с удовольствием, раздаем классные, красивые каталоги. Мы заходим в любой магазин, вот у нас вокруг дома, мы самые дальние вот на той неделе прошли 3 квартала от дома. Вообще. В новую сторону. До этого мы ходили все время в одну сторону только. 2 квартала. 2 квартала, да. То есть мы далеко от дома не отходим. Все близлежащие магазинчики, рынки, везде заходим, отдаем, оставляем каталоги. Первый раз не заказали, второй раз не заказали, третий раз люди уже привыкают, люди вас постоянно видят, смотрят, наблюдают за вами. Третий раз уже заказ будет обеспечен. Вот смотрите, вопрос от Лены. Пробник парфюма как передает? Передает две ноты, верхнюю и сердцевину. Шлейф не передает. То есть это он очень легкий, он быстро выветривается, но этого достаточно, чтобы клиент понял, нравится или не нравится, подойдет, не подойдет. То есть он раскроется, и человек почувствует вот эту глубинную ноту аромата. Но он, конечно, не такой стойкий, как сам аромат. Да, оригинал лучше. Оригинал в 100 раз лучше по качеству, то есть будет держаться лучше, но аромат точно передаст. Итак, у кого не получается из вас совершать заказ на 150 баллов? Давайте разбьем данную... Разобьем данную задачу на части. То есть вам необходимо совершить 50 баллов. В неделю. В неделю. Уже не 150, а 50. Просто 50. У нас каталог 3 недели идет, и каждую неделю вы совершаете заказ всего лишь на 50 бонусных баллов. Угу.
Это понятно, да? То есть сразу задача кажется очень страшная, нереальная, а если ее разделить на кусочки, то можно это сделать. То есть что такое 50 баллов? Это уже заказ примерно где-то на 1800, да, По получается? ценам каталога. По ценам каталога. 1800, 2 где-то примерно. То есть смотрим, 2000 рублей. Это заказ, кажется, огромный. Давайте делить его на кусочки. Нам один клиент в среднем делает заказ рублей на 500. То есть, значит, 2000 рублей это у нас 4 клиента, 4 всего, которые сделают заказ на 500 рублей. А теперь думайте, где вам это сделать. Я сейчас слайд верну на первую вот эту, где мы раскладку делали. Думайте, как вам лучше сделать? Написать список знакомых? И обойти своих соседей, родственников, подружек, пригласить к себе чай попить. Или пойти купить каталоги. Да, штук 6-10 вам вполне хватит, чтобы их раздать, потом собрать, раздать, опять собрать. То есть каталог нельзя дарить, его можно подарить только на 2 дня. Его нужно забирать и дальше давать, смотреть. Правильно сделала, Свет. Мари Кей Отлично. рядом не стояла с Орифлейм. Я сама в Мари Кей раньше работала 3 года. Вы не представляете, насколько Орифлейм круче косметика. Там просто, понимаете, как вот, ну, цена высокая, многих цепляет. То, что, о, дорого, значит, круто. Вот ничего подобного. Я вам так скажу. У нас набор экологен. Сколько стоит, ребят? Кто знает, весь набор экологен целиком. Я вот скажу, по ценам консультанта где-то 2900 примерно. То есть по цене каталога это будет, значит, чуть-чуть подороже, около 4000. Да, 2900. Смотрите, в Китае, вы только задумайтесь, в Китае точно такой же набор один в один стоит 17 тысяч рублей на наши деньги. Понимаете, к чему я это веду? Мы должны понимать, что наша косметика рядом с Орифлейм даже равнять не надо. Ой, с этим, с Мэри Кей. Что такое Мэри Кей, да? Это, ну, как бы фирма, которая сразу вошла на рынок с огромными заказами. Ой, не заказами, с огромными ценами. Мэри Кей – это американская фирма. Вот, есть хорошие новости, что у нас компания Avon, которая была достаточно сильным конкурентом, она вышла из списка, как называется, Компании прямых да, из продаж. списка компаний прямых продаж. Куда она катится? Да, И сейчас. сейчас ищет инвесторов. То есть эта компания вполне возможно, она скоро вообще лопнет, и ее не будет. Найдется кто-то, кто захочет эту барахлендию таскать туда-сюда. Почему? Потому что нет хозяина у компании. Нет хозяина, нет души, нет сердца. Да, конечно, говорят, не говорите плохо о других компаниях, ребят. Ну, немножечко меня Но сегодня, мы может быть, да, констатируем я просто факты. сравниваю. Я просто сравниваю. Поэтому, если вы людям будете говорить факты, четкие, да, классные факты о нашей компании, то я думаю, что они, да, с удовольствием перейдут на хорошую компанию, на хорошую косметику. Опять же, еще один вопрос. Когда я спрашиваю человека, вот если он мне говорит, я не пользуюсь Oriflame, я спрашиваю, а чем вы пользуетесь? Мне просто интересно, какую косметику вы выбрали. И мне, например, говорят, там, я беру Avon или Faberlic. Я говорю, скажите, а почему вы берете именно эту косметику? Знаете, что, вот как правило, что люди отвечают? Мне просто подружка домой приносит, или у меня знакомая, или родственница просто занимается, поэтому я у нее беру. Мы делаем выводы, то есть кто предложит человеку, у того он и будет брать. Мэри Кей дорого, но не чешешься, а от Орифлейм типа чесалась. Ребят, вы знаете, может быть, да, может быть, аллергия и на Мэри Кей. У меня, кстати, была аллергия на Мэри Кей на один продукт. Может быть, аллергия на Орифлейм запросто. Сейчас вообще с аллергией очень просто. У многих женщин и мужчин аллергия, и это проблема нашего века, потому что, да, в основном это все из-за экологии. Но надо пробовать, может быть, на какой-то продукт будет аллергия. Но если вы знаете, что человек аллергичен, и у него есть проблемы с этим, что нужно сделать? Нужно позаботиться, сказать, я тебе выпишу пробники, ты попробуешь и почувствуешь сама, будет у тебя аллергия или нет. Сейчас историю прям расскажу. У нас здесь вот напротив есть магазинчик, там работает женщина Венера,
красивая женщина, обалденная, шикарная, но у нее настолько сухая кожа, то есть она моложе меня на 6 лет, но у нее кожа уже, ну, заметно повреждена с преждевременным старением. И я спрашиваю, говорю: Венера, а чем вы пользуетесь вот по уходу за кожей? Она говорит: у меня аллергия вообще на все. Я говорю: круто, и вы ничем не пользуетесь? Она говорит: а я не могу, у меня на все аллергия. Я говорю: а вы можете мне позволить позаботиться о вас? Я вам выпишу несколько тестеров продукции, которые, вот, на мой взгляд, вам подойдет. Вы попробуете замочкой ушка или на локтевом сгибе, несколько дней подегустируете, и мы выявим, есть аллергия или нет. Она говорит: да ради бога. Ребят, я вложила деньги, принесла ей, заказала 4 пробника. Разненьких кремиков взяла. Вы знаете, у нее ни на один не возникла аллергия. Она такая счастливая, она заказала у меня серию. Теперь она моя постоянная клиентка, берет вообще все. Это говорит о том, что важно правильно подобрать косметику. Да. И возможно, важно... это просто даже не аллергия, а неправильно подобранная серия. Да, и знаете, ребят, вот очень важно показать человеку заботу. Не то, что вы пришли навариться, заработать на нем, а вы должны понять самую главную вот эту вот идею, то, что мы консультанты по красоте. Ребят, мы консультанты по красоте. Мы не продавцы, мы не тетки с сумками, не дядьки с сумками. Мы консультируем людей. Мы даем им классную, грамотную консультацию. Кстати, завтра я проведу для вас семинар. Я вас буду учить, как давать консультацию не просто по бумаге, да, на словах, а как провести консультацию в реале, то есть как умыть человека, как протонизировать лицо, нанести маску, нанести крем, то есть какие задавать вопросы в процессе, когда вы это будете делать. Поэтому завтра приходите все, кто хочет научиться делать мастер-классы в реале. Промоушен завтрашнего семинара Лилия сделала. Конечно. Вот, так, давайте с вами подведем итоги, ребят. Какие у вас вопросы? То есть, что вам сейчас вот стало ценно после нашего семинара? Что захотелось сразу применять? То есть, прямо вот сегодня вы сейчас пойдете и это сделаете. И что особенно, какая-нибудь фишечка, может быть, вас зацепила и понравилась. В принципе, я могу сказать так. Вот все, что мы делаем с Мишей, это очень просто. Мы не учились на это. И все работает. Да, я бухгалтер, Миша полицейский, программист еще к тому же, компьютерщик. То есть мы никогда не учились на продавцов. Мы обычные люди, наверное, такие же, как и вы. Но нам это интересно, с какой позиции, почему мы любим раздавать каталоги на холодном именно рынке. Потому что для нас это возможность познакомиться с новыми людьми, пообщаться с ними. И самое интересное, что для нас важное. Говори. Регистрация. Да, я сейчас читал чат. Ага. Конечно же, поиск новых партнеров и перевод из уровня клиента в новые партнеры, в новичков. В этом каталоге у нас было две, да, регистрации, Яна и Татьяна. Да. Две регистрации, две девочки, которые были нашими клиентками. Кстати, Яну мы пригласили сами, а Татьяна попросилась. Когда мы к ней пришли с очередным каталогом, она спросила: ой, а вы знаете, а вы можете мне рассказать, ведь как-то можно же зарегистрироваться к вам? Изначально Татьяна, которая попросилась, совершала заказы порядка 500 рублей, 900 mm-hmm. рублей, то есть такие вот маленькие, говорила, что все у него... 500 каталог. Ну, один самый большой был, 900 рублей. Yeah, ага. Говорила, что все у нее есть, сейчас ничего не нужно, там Новый год и туда-сюда, другие праздники. Потом ей рассказали про возможности, какие у нас имеются в компании Reflame. Возможности скидки, дополнительный заработок, путешествия, программы стартовые, всевозможные. Сейчас, когда? Вчера она прошла первый шаг стартовой программы. Юху, вот так вот. То есть уже, мы даже не ожидали. Уже просто сама показывает каталог маме, сестре, начала с них. То есть она их смотивировала на заказ для того, чтобы пройти шаги, чтобы быть активной и получить как можно больше всевозможных премий, угу, подарков от компании Reflame. Поэтому, ребят, вот, опять же, важно фокус. Либо вы идете продавать продукцию, либо вы идете консультировать людей. Если вы идете продавать, то, скорее всего, у вас будут тоже заказы, но не будет такого вот энергетики. Драйва. Если вы, да, и драйва, энтузиазма.
Если же вы идете не от бедности, да, заработать 100-200 рублей, а конкретно собрать свою клиентскую базу, показать людям красивые, дорогие каталоги, чтобы они увидели вот эти вот красочные картинки, смачные странички ароматические, их все больше всего любят, затирают до дыр обычно. Если у вас фокус все-таки на создании классной клиентской базы, найти себе партнеров для бизнеса, то результат будет совсем другой. И какие у нас пожелания вам, ребят, в добрый путь? Идите, делайте, пробуйте. Поначалу будет страшно, потом все легче и легче. Потом вы будете просто рваться уже сами стараться как можно быстрее встретиться с новыми клиентами, еще кому-то рассказать. Это войдет у вас в хорошую, классную привычку. И важно записывать всех своих партнеров, клиентов, которым вы отдаете каталог, их имя, номер телефона и когда они будут работать. Чтобы вы в следующий раз уже не переспрашивали, как зовут данного клиента, не искали глазами, отдавал я ему каталог или не отдавал. Чтобы уже конкретно, точно могли открыть свой блокнот, посмотреть, допустим, Ирина, там такой-то отдел, колбаса. Да. Прилавок номер такой-то. Можно там. Я расскажу прикол? Расскажи. Вы знаете, вот мы вошли в один рынок, у нас здесь рядом с домом Арига, и там были вот прям через один Надежда, Галина. Людмила, Надежда, Людмила, знаете, вот два имени. Мы уже такие, мамы, кто же из них кто? Мы прям путались, то есть в одном отделе две Надежды, Надя, Люда, Люда, Надя. Мы пошли сейчас в другой рынок, зашли, там другая картина, там Оксана и Галя через одну стоят, и мы к одной подходим и говорим, Галина, здравствуйте, она, я Оксана, ой-ой-ой, простите, к другой подходим, называем ее Оксана, она, я Галина. Да, мы всех записывали, но перепутали, немножко мы сбились, кого-то пропустили. Мы так смеялись вообще. Аня говорит, нормально, мы тут через одну все такие. Вот, ребят, на такой позитивной ноте мы с вами прощаемся. Надеемся, наш семинар был вам полезен. Хотелось бы услышать ваши отзывы в чатах, если у вас будет что-то получаться или не получаться, пишите, пожалуйста, потому что это очень интересно, позитивный опыт, может быть, даже какой-то негативный, тоже делитесь, поможем, как разрулить такие ситуации сложные. Всех будем рады видеть в числе участников премьер-клуба, то есть получателей всех, абсолютно всех премий, бонусов, зарплаты в компании Oriflame. Еще раз напоминаю, 150 баллов дают вам возможность получать все вознаграждения. Еще забыла. Ребят, вот это вот то, что написано на слайде, это нужно проговаривать, когда вы идете раздавать каталоги. То есть вы говорите, много заказов, много улыбок, я притягиваю новых клиентов. То есть вот эти вот слова, которые настраивают вас, они шикарно работают. Вот попробуйте. Я всегда иду и болтаю, много заказов, много улыбок, много заказов, много улыбок. И настроение поднимается. Да, ловись, рыбка, большая, маленькая. Точно. А теперь точно пока. Пока-пока.